Всем привет! Сегодня приготовим закуску из картофельного пюре во фритюре. Я начинаю, а ты пока подпишись. Очищенный картофель варим, делаем пюре, мелко нарезаем ветчину, отправляем, натертый сыр, одно куриное яйцо, 2 столовых ложки муки, солим, перчим, немного копченой паприки, замешиваем. Закладываем в кондитерский мешок, выдавливаем небольшие колбаски. Убираем на час в морозилку. Снимаем замороженные колбаски. Выкладываем на тарелку. Разогреваем масло для фритюра. Отправляем во фритюр. Готовые палочки откидываем на бумажное полотенце. Готовимся к подаче. Я это буду делать на доске из искусственного камня. Если вы желаете такую же доску к себе домой, переходите по ссылке в описании профиля и заказывайте. Подаем с любимым соусом.